Воспитанники и педагоги отделения развития творчества «Жар-птица» подвели итоги работы за целый год обучения. Ребята провели отчетный концерт, на котором показали свои самые лучшие номера. В отчетном концерте приняли участие как ребята, которые уже были на подмостках больших сцен, покоряли краевые, всероссийские, международные конкурсы, так и те, кто только делает свои первые творческие шаги. Воспитанница отделения развития творчества Ирине Борисовой всего 6 лет. Занимается она хореографией. Это ее первое крупное выступление. Ты вот первый раз сегодня будешь выступать. Ты волнуешься? Немножко волнуюсь, но если я буду в себя верить, у меня все получится. Если я буду заниматься танцами, я буду много зарабатывать, и меня будут показывать по телевизору. Вера в возможность ребенка, поддержка родителей и педагогов способна творить чудеса, уверены в отделении развития творчества. К слову, в этом году в учреждении дополнительного образования произошли изменения. Самым главным событием этого года, я так считаю, считают все наши воспитанники, родители, это то, что мы стали единой семьей. 4 учреждения дополнительного образования слились воедино. Это Кадетское братство, Центр технического творчества «Юнаты». И мы теперь будем называться отделение развития творчества «Жар-птица», ОРТ «Жар-птица». Так мы хорошо себе назвали. Новшества никак не повлияли на способность педагогов и дальше творчески и всесторонне развивать природные способности воспитанников. Дети и коллектив отделения развития творчества – семья единомышленников. На отчетном концерте ребята танцевали, пели, читали стихи, одним словом, демонстрировали все, чему научились за год. А теперь все в кружок, дружно соберемся, подмигнем все разок, дай. Всего на сцену городского дома культуры с разными творческими номерами вышло несколько сотен юных воспитанников отделения развития творчества. Среди них воспитанник театральной студии «Маска» Михаил Залога. Это третий отчетный концерт, в котором он выступает. За это время юный театрал многому научился. Достижения глобальные, хочу вам сказать. Очень много ролей я попробовал, очень много масок сменил, очень много макияжа смыло с меня актерская волна. В завершении концерта состоялось чествование воспитанников отделения. Лучшим вручили грамоты, а родителям благодарственные письма. За новыми знаниями, интересной и насыщенной творческой жизнью дети спешат в Центр развития творчества вот уже более 70 лет. Они торопятся постичь новое, открыть себя миру и открыть в себе этот мир, который называется творчество. Тина Копачевская, Александр Косицын, Александра Тимовская. Программа «События».